Здорово, народ, с вами Алекс Диего, игра BonkWorks. Мы продолжаем ее проходить. В прошлый раз мы выбрались из чертовой канализации, раздобыли разводной ключ. Теперь мы будем разводить здесь порядки. Так, кто, где мы, почему мы, непонятно. Там какая-то комната испытаний, которую нужно делать какие-то непонятные телодвижения. Ну, мы можем, в принципе-то... О! Чуть ящик не пропустил. Не, ящик только с патронами. И ко мне патроны. Я уж думал, мне ствол дадут с самого начала. Так, я могу? Не, с этим я взаимодействовать не могу. Ладно, бывает такое в нашей жизни. Пойдем пройдем этот дом испытаний. Я верю в себя и в свой гаечный ключ. Мы сможем с ним сделать многое. Так, а тут что закрыто там? Что-то, да? Непонятно, ладно. А, тут надо... Надо включатель. Блять. Так, а такой включатель я, по-моему, видел там в игровых автоматах в самом начале. Hotel. Я hotel и все hotel. Все hotel, я hotel. Так, за 800 бочинских. Ну ладно. Это будет долгий процесс. Надеюсь, оно того стоило. Ну, кстати, мне отдайте. Все автоматные патроны потратил. Автоматы хорошо, не так часто с них стреляю, чтобы об этом переживать. Ой. Обязательно достаем свой гаечный ключ. Хороший паук, мертвый паук. Берем пушку посолиднее. Я вижу одного паука. Второй, все они. Давай, иди ко мне. Я встал поудобнее, чтобы встретить его. Давай, поиграем. Я тут. Эй. Откинул его просто. Давай, иди сюда. Чертов глаз. Я знаю, ты и здесь. Все обесточено. Еще интересного. О, вижу патроны. Вижу ящик.
Стой! Так вот, что это было. Это была подстава. Самая настоящая подстава. Это я могу брать. Ну, тут я не могу брать. Могу. Кто сказал, что я не могу? Берем свой ключ. Ебаные лестницы. Тебя мешают проходить. Так, а тут мы можем... Мы можем, в принципе, даже на крышу выйти. Плохо. Скажу я вам. Так. Надо принять более удобную позицию для разбега. Какую, да? Ох. Ну, уже поприятнее будет. Я знаю, что один краб прячется вот там. Я мы его. Тихомерим. Он нам не делал неожиданностей. Так. Отлично. Теперь надо аккуратненько бы выпрыгнуть или вылезти на крышу. Давай, мы проходили это с тобой много раз. Ты уже мастерски влазишь. О! Вот мы и на крыше. Эльс. Танцуй, чертов краб. Он так весело прыгает. Он все еще живой. Так даже лучше, я бы сказал. О, вижу сохранение. Вижу цель, не вижу препятствий. Тут что-то еще есть. И рубильник. А, подождите. Я там патроны оставил. О, тут еще и лестница на крышу есть.
Есть лестница, крыша. Опа. Ну. Ну бы нам на нее не залезть, да? Какой сложный переход с лестницы на пол. Я не понимаю, почему вызывает спуск проблем, наверное, потому что так. Что стало с моей рукой? Вместе. А мы ее переподключим. Что-то. Эй, рука, вернись. Я все прощу. Нет, не вернулась она. Тянется. Она живет своей жизнью, гребаная рука. Цепись ты. О, цепилась. Слава яйцам, блин. Что это только что было? Гребаная рука жила своей жизнью. У нас еще есть. Что у нас есть еще? Там есть еще патроны. Вот что там есть, это точно. Ну, надо было мне самому то тоже спрыгнуть, да? Летите, патроны. Вы свободны. Ух ты ж. Давай. Иди сюда, у меня есть ключ. Мразь мелкая. Получи. Ключом по морде. Так будет эффективнее. Так будет с каждым, передай остальным. Я сюда, в принципе-то, пришел. За патронами. Да можно и так, можно об колено разбить. Что тут у нас? Золотую иглу. На бочку мне надо было. О, все, теперь я крут. А теперь почти Джеймс Бонд. А все, тоже нужно принести батарею. Пойдем искать. Где у вас тут склад с батареями? Чё там?
Все. Все. Я, в общем... Бонд, блядь, Джеймс Бонд. Оу. Оу. Все. Патронов мне, правда, хрен да немножко. А вот и батареи стоят. Но я их прям развез. Как батька. Лети, коробка. И, блядь, что, пули непробиваемые, что ли, или что? Как бы сразу. Ух, эти коробки. Восстание коробок прям против людей. Столы еще тут перевернули. Делать им было нечего, столы переворачивать. Мужик лежит, отдыхает. Утомился бедный. О, второй такой. Это круто. С двумя такими-то можно. Пороху на... Где у меня палец? О! Нахрен. Долбанный ящик с долбанными патронами. Вообще ящик тает. Каф. Что за инкицил? Ну, так будет проще мне взаимодействовать с инвентарем. И еще возьму, значит. Пусти стол, рука. И руки живут своей жизнью, блин, лишь бы чем-нибудь потрогать. Можно идти дальше. Раскидал все эти головешки. Попрыгай, да? Али, хоп. Страшно-то как. Эй! Ох. Да ты тупая, твоя башка, блядь. Увертки, ё-моё, даже не ожидал от него такого. Всё, да? Да нам и надо. Мы помним, что там... Ты, который думает, что не ты, блин. Там у нас где-то еще один лицехват бегает. Я подозреваю, что он прячется. Нет, он вернулся на место. Хороший лицехват. Вернись на место. Там мне их солить, что ли? Где-то я еще здесь патроны видел. Или мне, может, показалось.
Ну и ладно. Эх, и ухнем. Чёртов топор. С кувалдой было проще. Никто ничего не видел. Там было закрыто. Мы почти дошли до точки сохранения. Думаю, теперь я имею полное право не опасаться. О, патроны. Не опасаться ничего. О. А тут ящик стоит. Выход. Е-е-е-е, я прошел часть головоломки. Они не смертельны. Я уж подумал, это лазер, который режет ноги. Было бы обидно, знаете ли, умереть от такого. Ладно, не пропрыгиваю, так и нечего пытаться. Не такой уж я и спортивный. Еще патроны. Здесь это хорошо. Возьмем их. Это фиолетовые патроны. Что они фиолетовые? А, я могу отсюда достать? Это какой? Иди сюда. Так проще. Ну и что, народ? Закончим на сегодня на этом. С вами был Алекс Диего и Дом удивительных головоломок. Да, так и назовем. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте поставить пальцы вверх. О, так вот пальцы. А я желаю вам всего скорой удачи, друзьяшки мои. Пока-пока.